И если все думают, вот я сейчас неофициальное лицо, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже. Как бы, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, от президента Польши, что месяц, и не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно, выживет ли Украина, она просто так была сказана, или он на основе какой-то информации говорил об этом. Прежде чем хихикать над дурными русскими, как бы, да, и радоваться, что мы непобедимы, напоминаю, мы непобедимы только до тех пор, пока мы что? Не начали грызться с друг другом. Когда мы начали грызться с друг другом, мы очень победимы, победимы в кратчайшие сроки и неожиданно для самих себя. И если все думают, вот я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже. С 14 числа уже перестало быть на это похоже. Как бы, да? Очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, от президента Польши, что месяц, и не только он сказал про решающие месяцы, что вообще неизвестно, выживет ли Украина, она просто так была сказана, или он на основе какой-то информации говорил?